Чтобы покрыть долги и выплатить зарплаты, Белгороднестровский порт продал 4 плавсредства за 10 миллионов гривен. Пресс-служба учреждения сообщает, что выставили на продажу баржу-перевозчик, плавкран и 2 судовые баржи. Торги стартовали в середине ноября. Напомню, что в конце августа этого года трудовой коллектив порта обратился за помощью в фонд госимущества Украины, дабы продать часть плавсредств. На тот момент долг перед работниками составлял более 15 миллионов гривен.